Композитор Владимир Саренко. Украинская пляска. Играет на сугубо русской семиструнной гитаре Кирилл Морозов. Но нужно сказать, что все-таки гитара инструмент более домашний. И нельзя сказать, чтобы эта музыка была особенно многозначительной. Но тем не менее, в то время как на сценах театра звучали оперы Чайковского, в уютных гостиных звучала гитара. И вот сейчас как раз прозвучит музыка такого рода. Домашняя, уютная. Thank you.